Как сервировать стол не только вкусно, но и красиво, рассказали химчанам на мастер-классе. Карвинг – искусство вырезания фигур из фруктов и овощей. Эта художественная техника Татьяне Караваевой дается легко. Преподаватель-повар уже больше 20 лет познает новые направления в кулинарии и сегодня делится опытом. Один мы режем, а второй убираем. И у нас получается, что мы его выделили, этот листочек. Опять так. И у нас с вами получается вот так вот интересно. Неважно, что в руках яблоко, огурец, редис, здесь ювелирная работа. Главное – острый, удобный нож и тонкая нарезка. Результат – блюдо, которым не только приятно пообедать, но и посмотреть. Узнать больше о техниках кулинарии и других секретах профессионалов можно на ближайших мастер-классах. Информация о них есть во вкладке газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.